Друзья, и вот мы спускаемся теперь назад с горы, где мы посетили Троицкую церковь. И хочу сказать, что склон очень крутой. И мы решили срезать, и не везде здесь возможно идти нормально. Поэтому я уже несколько раз делала просто вот так. Смотрите, учитесь, как можно спускаться с горы. Это лучше, чем падать.